Во всем мире резко вырос спрос на защитные маски. В Бишкеке к пошиву изделий присоединилась мастерская благотворительной ассоциации «Вместе ради жизни», которая помогает пациентам с онкологическими заболеваниями собирать деньги на лечение и восстановление. Ассоциация получила разрешение Министерства здравоохранения Киргизии на пошив и продажу масок. Спасибо огромное всем, кто покупает наши маски. Они могли бы заказать эти маски в швейных цехах и так далее, но они согласны ждать, они согласны заказать за ту сумму, которую запрашиваем мы с учетом благотворительности, с учетом того, что мы будем собирать на лекарства. Они согласны на это. Они покупают эти маски у нас, и спасибо им большое. Сегодня в мастерской работают 12 волонтеров, чтобы оказать финансовую помощь 5 нуждающимся женщинам. В день они шьют около 1000 масок. Операцию на груди мне сделали в 2016 году. В то время таких ассоциаций еще не было. Когда я узнала об этом благотворительном проекте, я тут же решила, что буду помогать женщинам, которые сегодня оказались в ситуации, с которой когда-то столкнулась я. У ассоциации нет собственного магазина. Покупатели приходят в мастерскую, узнав о благотворительном проекте из социальных сетей. До пандемии коронавируса здесь шили сумки и кошельки.